пища благих и жизни подателю. Приди, вселись овны и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Садитесь, сидите. Смотри. А кого еще нет? Что я написал? Так, писать-то все можете хорошо. Конечно. Оля, ты в какой класс находишь? Первый. Не понял, первый или во второй? Первый ходил. А, ходил первый. Во второй пойдет. Так, а этого мальчика зовут Илья, да? Ты хорошо слышишь? Не знаю. Ты поближе садись сюда. А ребята, где-то там. А если нужна помощь какая-то, то надо писать мне, да? Ну, конечно, желательно бы, чтобы он успевал. Можете помочь ему, да? Так, песня называется, она новая песня, вы еще ее не слышали, не пели. Ты искупил мир от греха. Ты искупил. Ты это Бог. За главное не ты. Ты искупил мир от греха. Может, вам один куплет спеть и припев, чтобы вы не послушали? Я ушла. Ты искупил мир от греха. Ты искупил мир от греха. Все записали? Нет еще? Ты искупил мир от греха. Запятая. Но это все вот, ну, у меня первая строчка продолжается, а у вас она будет, наверное, вторая, потому что не войдет. Ты дал ему любовь и свет. Можешь крупным планом. Ты дал ему любовь и свет. Ну, то есть миру имеется в виду. Ты дал ему любовь и свет. Точка. Следующая строчка. Зажег
потухшие сердца и дал надежду. Зажег через ее, пишется. Кто не знает. Зажег потухшие сердца. Без ошибок старайтесь писать. Зажег потухшие сердца. И дал надежду. Вот. Буска здесь. Рыжая. Или рыжка. Рыжая. 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 Ты тоже петь с нами песни. Да. Зажег потухшие сердца и дал надежду. Точка. Все записали? Читаем крыска. Говорит. Мяу-мяу-мяу. Следующая строчка. Мы пред тобою предстоим. Тобою с большой буквы. Не забывайте. Это к Господу обращение. Мы пред тобою предстоим. Мы пред тобою, предстоим. И каждый дорог для тебя. Тебя большой буквы. Тоже с большой буквы тебя. И каждый дорог для тебя. Каждый дорог для тебя. Хорошо здесь прохладно. Комаров нет. А это потому что там ситечка. У ледникишка еще холоднее. И каждый дорог для тебя. С большой буквы тебя. Все записали? Нет? Каждый дорог для тебя. Запятая. Тебя, запятая, Господь. Тебя с большой буквы, Господь большой, конечно же. Тебя, Господь, благодарим и превозносим. Тебя, запятая, Господь, запятая, благодарим, благодарим и превозносим. Тебя, запятая, Господь, запятая, благодарим и превозносим. Ну как удобно. И превозносим, это другая уже строчка? Нет, это все последняя строчка. Тебя, Господь, благодарим и превозносим. Точка. Это закончился первый куплет. Припев. Так и запишите. Припев. Пишите красиво. Все-таки это божественная песня. Все, что делаете, написано в Писании, делайте как для кого? Для Бога. Писать тоже надо разборчивее. Слава тебе и величие. Слава в веках и народах. Припев. Слава тебе, с большой буквы тебе. И величие. Можете первый куплет оставить место. И потом спишите у кого-то. А мы припев. Отступите и припев сразу. Слава тебе и величие. Запятая. Слава в веках и народах. Слава тебе и величие. Слава в веках, раздельно приглокло, и народах, запятая. Слава тебе и величие, слава в веках и народах. Все записали? Вторая строчка куплета, но у вас может там быть третья, да? Сила твоя, безгранична. Вот тут ошибка твоя с большой буквы.
сила Твоя безгранична. Запятая. Сила Твоя, с большой буквы Твоя, безгранична. Сила Твоя безгранична, запятая. Милость Твоя во все роды. Милость Твоя во все роды. Ну-ка, аккуратненько, букву Т побольше сделай здесь. Ты вот так? Ну, большую Т. Слава Твоя. Безгранично. Слава Тебе, величие, слава в веках и народах. Сила Твоя безгранична. Милость Твоя во все роды. Да, это повторяется два раза. Это будет весь припев. Сила Твоя безгранична, запятая. Милость Твоя во все роды. Точка. И знаете, как два раза? Черточку уже, два, или скобку там. Два раза. Повторите еще припев. Все записали? Не надо. Второй куплет. Бог подарил тебе и мне. Бог. Говорим Бог, а пишется Бог. Но в разговорном языке Бог. Бог подарил тебе и мне. Бог подарил тебе и мне. Любовь свою и жизнь свою. Здесь запятой точки нету, так как одно предложение. Любовь свою с большой буквы свою и жизнь свою с большой буквы. Бог подарил тебе и мне любовь свою и жизнь свою, запятая. И жизнь свою. Коля, что, заболел, что ли? Нет. Не ложись. Бог подарил тебе и мне любовь свою и жизнь свою. Записали? Запятая. По группе. А, еще раз спеть потом? Ну, сейчас мы допишем. Куплет с припевом. Сейчас. Так, давайте немножко отдохнем и споем куплет и припев. Вот первый куплет и припев. Слушайте меня, только у меня голос. Просто я сегодня еще ничего не ел. Поэтому слабый голос. Ты искупил мир от греха, ты дал ему любовь и свет, зажег потухшие сердца и дал надежду. Мы пред тобою предстоим, и каждый дорог для тебя. Тебя, Господь, благодарим и превозносим. Слава тебе и величие, слава веках и народах. Сила твоя безгранична, милость твоя во все роды. Слава тебе и величие, слава веках и народах. Сила твоя безгранична, милость твоя во все роды. Последнее, значит, здесь тянется. Еще раз. Сила твоя безгранична.
Твоя во все роды. И второй куплет записываем дальше. Так, первую строчку записали все, да? Вторая строчка.